Всем большой привет! Вы на волнах Авторадио и в эфире праздничный патруль Авторадио. Акция, которая посвящена празднику наступающему, Дню Автомобилиста. Всех поздравляем, всем безопасных дорог и отличного движения и хорошего настроения. Одного поздравления от любимых радиоведущих будет мало. Чтобы сполна порадовать автолюбителей, а также подарить им подарки и напомнить о правилах безопасности на дорогах, Авторадио Чита совместно с Госавтоинспекцией вышли сегодня на улицы города. Сегодня акция в преддверии праздника Дня водителя. Мы с моими помощниками хотим вам сегодня вручить небольшие подарки, призвать вас к тому, чтобы вы всегда соблюдали правила дорожной безопасности. И помните, что вы на дороге не один, с вами есть еще пешеходы. Поздравляю вас с праздником, желаю вам всего хорошего, поменьше ям на дороге. Вместо проверки документов водители ждали приятные подарки и сюрпризы. Да и сами автолюбители поддерживают проведение таких мероприятий. И никогда не будет лишним вспомнить о безопасности на дорогах. Самое главное, чтобы аккуратно пристегивались, соблюдали правила дорожного движения и чтобы поменьше было у нас пьяных за рулем. Сотрудники Госавтоинспекции тоже поздравляют читинцев с грядущим праздником и в очередной раз напоминают, что правила дорожного движения необходимо соблюдать везде и всегда. От лица Государственной инспекции безопасности дорожного движения, конечно же, поздравляю всех водителей с наступающим Днем автомобилиста. Желаю им безопасных поездок, это самое главное, и соблюдение правил дорожного движения, от которого зависит жизнь и здоровье граждан на наших проезжих частях. Поздравляю всех автолюбителей с этим замечательным праздником и желаю, чтобы ваши автомобили никогда не ломались и ездили и приносили только удовольствие. Вот. Ну а если вдруг какие-то произойдут неполадки, мы открываем наш новый техцентр и приглашаем всех желающих посетить его. Вместе с Авторадио Чита и Госавтоинспекцией автолюбителей поздравляют и партнеры акции. Это сеть автозаправочных станций «ДЭКС», сеть магазинов «Шина-резина», магазин автотоваров и инструментов «Сата-центр» и компания по подбору автомобилей «Лайк-авто». Желаем вам ровных и безопасных дорог, дорогие автомобилисты!